Так, все рассаживаются и успокаиваются. Еще тише. Все успокоились. Еще тише. Вот, дорогие ребята, дорогие учителя, дорогие родители, мы каждую четверть стараемся закончить как-то празднично, на праздничное такое, праздничное настроение. Закончилась очередная четверть. Вы учились, вы трудились. Сегодня в конце нашей встречи мы наградим отличников. А первую очередь мы заканчивали таким нашим проектом «Минута славы», где мы по желанию выступали, ну, в любом жанре. Кто-то пел, кто-то играл на каком-то инструменте, кто-то танцевал. Это развивало ваше творчество. Вторую четверть мы заканчивали новогодними праздниками. И вот рождается в школе новая традиция. Третью четверть мы заканчиваем битвой хоров. Каждый класс проходит такой предмет, как музыка. И сегодня, благодаря вашим классным руководителям и вам, и, конечно, в первую очередь, благодаря двум учителям музыки, Елене Ивановне и Светлане Леонидовне, вы покажете, как вы поете. Будет жюри. Я сейчас передам все бразды правления в руки заместителя директора Александра Владимировича. У меня только к вам одна просьба. Я рад, что ваши родители пришли, у кого-то бабушки и дедушки. Внимательно слушать и как-то соблюдать дисциплину. Александр Владимирович, пожалуйста. Дорогие друзья, ну что ж, вот и наступило 21 марта, долгожданный день. Разрешите всех поздравить. Сегодня начало астрономической весны с днем весеннего равноденствия. Сегодня солнце на небе пересекает небесный экватор, и по-настоящему сегодня начинается весна, и одновременно начинаются каникулы. Но сегодня тройной праздник, особенно у Сергея Захарыча. Он так скромно сказал, это его идея, целый год он вынашивал битву хоров. И наконец-то, посмотрите, как он улыбается, наконец-то битва хоров. Я знаю, многие с утра сегодня занимали места в этом зрительном зале, боялись, что им не хватит места, но ничего, все расположились, но больше всего, конечно, волнуются у нас юные участники. Я, кстати говоря, хочу сказать, если кому-то надо там температуру измерить или давление, посмотрите, у нас Аглая есть. Она сегодня выполняет роль медсестры. Другие ребята сегодня очень нарядно одетые. Но давайте ближе к делу. Больше всех, конечно, волнуется Елена Ивановна и Светлана Леонидовна. Они же у нас и учителя физкультуры, и учителя музыки. Поэтому им нужен сегодня простор. Я не удивлюсь, если хор сегодня придет и в бассейн выступать. Поэтому жюри у нас сегодня так немножечко на задворках. Впервые в истории школы жюри решило с стола. Вы же знаете, что такое хор. Это надо выйти, руками помахать, станцевать. Но тем не менее, я думаю, что жюри стойко выполнит свою работу. Итак, давайте поприветствуем Грабареву Елену Анатольевну. Руководитель директора школы. Лара Дмитриевна, руководитель. Она помощь нам может рассказать про целые поколения учеников. И вот сегодня она будет также в числе жюри. Родителей представляет Синицына Виктория Петровна. И у нас группа учеников уже средних, даже старших классов, я бы сказал, по отношению к начальной школе, которых выбрали ученики. Лошкова Анна.
Митева Серафима и Антонова Симона. Вот эти 6 человек сегодня будут решать судьбу нашего конкурса. Итак, мы сегодня либо участники, либо зрители, а жюри делают пометочки после каждого выступления, когда все 6 выступлений наших РОВ состоятся, я попрошу их оценить по 5-бальной системе каждое выступление. И мы уже, наверное, подводя итоги четверти, сможем назвать коллективы классные, которые займут первое, второе, третье место. Хотя я думаю, что победителями будут сегодня все, и не только участники, но и зрители. И хочу добавить, что сегодня за пультом Глушков Владимир Алексеевич. Итак, я передаю бразды правления, которые мне вручил Сергей Захарович. Первому А-классу на сцену приглашается тор первого А-класса с песней «Чижи-пыжи».
Спасибо большое, ребята, молодцы. Я знаю, в городе Санкт-Петербурге есть памятник Чижику-Пыжику. Если где-то кто-то захочет еще один памятник такой построить, я теперь знаю, с кого можно снимать образец и новый памятник. Давайте в нашей школе такой же памятник организуем. Итак, это было выступление хора первого класса, но у нас, смотрите, какими яркими красными бантиками и бабочками выделяются еще одни первоклассники. Это первый Б-класс. И сколько вам весело, и весело учиться, и весело выходить на сцену, и весело проводить каникулы. Вместе весело шагать музыка Шаинского, слова Матусовского. Выступает хор первого Б-класса. Всех, кто на сцену выходит. А вот Роман
классу давно уже не терпится оказаться здесь на сцене. Давайте-ка мы их сюда пригласим. Итак. Смотрите-ка, какие пионеры. Итак, второй класс, хор. Я не знаю, может быть, ошиблись мне, когда писали, а может быть, и правда, что неужели с таким названием бывает песенка, и сейчас все остальные выйдут, и я ее назову. Елена Ивановна, это правда, да? Вот так вот. Попить водички надо было сначала вам всем. Песенка и калка. Сейчас мы услышим, что же здесь сейчас. Петь они будут или играть на сцене. Но в микрофонах несколько потребовалось, так что давайте. Итак, хор, тишина в зале, хор второго А-класса. Наверное, речь будет идти в ней о дедушках и бабушках.
А люди старшего поколения вспомнят замечательную музыку Паулса, слова Ильи Резника. Итак, второй Б-класс, я возвращаю все микрофоны. Песня «Золотая свадьба».
поступил. Аплодисменты! Аплодисменты! Защитникам отечества, защитникам чести своего класса. Это был хор 3-го класса. А 4-й класс задолго начал готовиться к выходу на сцену. Там они сейчас вот немножечко едятся, но ничего, ребята, сейчас 3-й класс уйдет. Да, на 3-й класс не поет. Итак, 4-й класс на сцену. Тоже очень интересные украшения. Разноцветные бантики. Приходят самые опытные певцы начальной школы. Почему? Не 4-й год здесь у нас учатся. Много они учились, а сейчас им захотелось поиграть. Потому что песенка называется «Игра», музыка Шаинского, слова Рождественского. Сейчас посмотрим, как они туда будут играть. А остальных участников и зрителей попрошу. Внимание, давайте потише. Потише. Итак, хор 4-го класса. Все будет рассказано.
за это время должны будем подготовить грамоту победителей сегодняшнего конкурса. Итак, уважаемые члены жюри, я понимаю, конечно, у вас очень трудные задачи, но я вас попрошу проявить эффективность. Учтите, пожалуйста, и вокальное исполнение, и коллективное исполнение, и одежды, костюмы ребят. Вообще все, что, как вы считаете, каких отметок заслуживает каждый из коллективов. Я напомню, первый класс выступал с песенкой «Чижик-пыжик», первый Б-класс «Вместе весело шагать», далее была песенка «Икалка» второго класса, второй Б-класс «Золотая свадьба», армейские песни третий класс исполнял, наконец, песенка «Игра». Прошу вас. Итак, ваши отметки. Первый А-класс. Повыше, повыше. 30 баллов. Первый Б-класс. Пели, но мы играли. Поняли?
Поэтому сейчас дождемся грамм, вы все получите. Я по секрету скажу. Вы призы все получите. А это самое главное. Вот. И я, конечно, ребят, благодарен. Вот Александр Владимирович сказал, вот Сергей Захарович там эту идею весь год вынашивает. Но Сергей Захарович, это не что. Да, у меня в голове много может быть идей. А кто воплощает? Воплощают ваши учителя и прежде всего Елена Ивановна, Светлана Леонидовна и вы. И я рад, что у нас такая школа. Поняли? Сейчас я передаю микрофон. Вот один заместитель директора, который занимается внеклассной работой, вел эту часть. А у нас есть заместитель директора по учебной части Елена Анатольевна. Она сейчас будет подводить итоги учебы. Отличники получат награды. У нас есть традиция, что награды вручают под руководством Елены Анатольевны классные руководители. И у меня просьба. Вот если кто-то будет отличник, выйдет за скромным подарочком. И если есть в классе, в зале здесь его родители, мама, папа, бабушка, сестренки, вон я уже одну награду вручил. Вот. Вы тоже, пожалуйста, сюда выходите. Вы очень хорошо пели, молодцы, всем очень понравилось, но у нас еще есть учеба, и вот за учебу мы сегодня вас будем также благодарить. Итак, приглашается второй А-класс Полянская Наталья Васильевна и ее отличники. Воскобойников Дмитрий. У Димы есть родители? На работе, Дима? А, есть, все. Мама бы хотела, заслуга семьи. Захаренко Александра. У мамы есть, я знаю. Лошакова Александра. Владимировна. Большие готовы. Готовы, если
без стеснения, все растет следующее. Вот это семья, вот это наша общая семья. Спасибо вам. И отличный четвертый класс во главе со Светланой Дмитриевной. Здравствуйте, тише, вот папа решил сказать. Дорогие друзья, вот я тоже от имени всех родителей хотел бы искренне от всей души поблагодарить этому прекрасному директору, сегодня Дима, за такую атмосферу, которую все мы создали, и за то, что правда наши дети здесь живут как в одну большую семью. Спасибо еще раз. Жуканов Артем. Давай, Артем. Папу нету. Идет Лазуэ. Отвечаем членам. Все бабушки, родители, кто есть. А гости готовы? Я думаю, если не сегодня, то в понедельник очень готовы. А сегодняшний праздник и обучение будет на сайте нашей школы. Он просто набирается сайт школы при посольстве России в Болгарии. И можно будет посмотреть. А сейчас тихо. Еще немножко. Александр. Александр. Так, еще одна минута. Ребят, вы уходите отдыхать на целую неделю. Мы возвращаемся в школу 31 марта в понедельник. Все мы учителя желаем вам отдохнуть немножко. Сейчас много солнца. Гулять побольше. Быть осторожным на дороге. Быть осторожным, ну, с людьми. Знаете, что мы хотим, чтобы вы в целости, сохранности и здоровыми пришли в четвертую четверть. А там будем жить своей семьей. Все понятно. Спасибо вам. Первый А ставим. Первый А. О, сидите. Так, Елена Ивановна, Светлана Леонидовна, вот два человека, идите сюда. Вы хотите, сегодня у вас победа. Простите меня, что я вас нагрузил, но это, я думаю, счастье и ваше. Когда ваши дети поют, результат вашей работы – это счастье. Вот давайте сейчас по очереди вместе с Еленой Анатольевной, в ручке, давайте представителю класса. По одному человеку класс руководить люди. Первый А класс. Чижик-пыжи. Только один. Первый Б класс. Кто-нибудь. Сейчас, сейчас. Виктория Владимировна решит. Второй А класс. Второй Б-класс. Кто второй Б? Третий класс. О, два друга. И четвертый класс. Миша, все, спасибо вам. Следующий битву в следующем году. Первый А стали. Только первый А уходит. Идет.